Бурятию и другие города России свяжут дешевые авиарейсы. Как передают Байкал Дейли, например, уже сейчас полеты из Улан-Удэ в Хабаровск подешевеют. Стоимость билетов для пассажиров составит 5640 рублей. Это стало возможным после того, как с сегодняшнего дня рейсы авиакомпании Air Aero вошли в перечень субсидируемых маршрутов. Такой тариф будет действовать до конца 2017 года. Как сообщил глава Бурятии, в следующем году, возможно, жители республики смогут полететь и в другие города России по сниженной цене. По словам Алексея Цыденова, Бурятия вошла в постановление правительства России, которое определяет труднодоступные территории с точки зрения авиации. Это дает возможность получать федеральные субсидии на межрегиональные перевозки. В этом году жители республики получили возможность летать по сниженным ценам не только в Хабаровск, но и в Якутск. А уже в следующем году появится большее количество направлений. Цена билета будет снижена практически в два раза, отметил глава Бурятии.